бесконечные числа. Ну, 0 плюс 0, чего? 0 плюс 0 сейчас как бы оно есть, и на выходе ничего нету, 0. Идеально работает система. 0 плюс 1 умеет? Умеет, на выходе 1. Так, 1 плюс 1. 10 умеет. 1 плюс 1, 1, 1. Плюс 111. Нет, не понимаю. Сверху 1, плюс 2. Нет, сверху нет, снизу 1, 1, 1. Нет, 1 плюс 2 еще не делали. 1 плюс 2 сейчас сделаем. Вот, 11. 1 плюс 2. Отлично. Александр Ильич, подряд? Подряд, конечно. 2 плюс 1. Фантастика. 2 плюс 2. Так, теперь перейдем к более прогрессивной системе. 1 плюс 1. Смотрите, 1 плюс 100, наберите 100, единицу на верхнем разряде. Вот, а теперь дальше подряд 1, по 1, нижним 1, пошли. Только с другой стороны. Начиная, подряд, да, нет, подряд начиная. Хотя можно и так. Итак, единица плюс 16, сколько и будет? Только это 15. Единица плюс 15. 16, да, все хорошо. 16. Да. Вот, будет 16. Ну давайте, давайте. Единица плюс 14, сколько будет? Единица плюс 14 будет 15. Работает. 1 плюс 13. Вот, работает. 1 плюс 13. 1 плюс 12. Тоже работает. Ну, 1 плюс 11. Правда работает? Хорошо. 1 плюс 10. Вау. Ну, я же, вы уже знаете, что будет дальше. Догадайтесь. 1 плюс 8. 1 плюс 9 было. 9. Ну, вот сейчас 9, да. Да. 1 плюс 9. 1 плюс 8. Тоже работает. Хорошо. 7 теперь. Работает. Так. 6. Между прочим, если бы чуть-чуть нам интеллекта, то можно было бы сильно сэкономить время, потому что пока он переключает, он же тоже на самом деле числа показывает. Ну да ничего, ладно, будем и глупыми. 1 плюс 5. А, значит, 1 плюс 5. А 4 уже было? Не было еще. Давайте. Фантастика. Просто последний заключить. 1 плюс 4 и 1 плюс 3, наконец. Это 1 плюс 2 вообще-то. Да, это 1 плюс 2. Надо было 1 плюс 4. 1 плюс 3, вот. 4. Хорошо. 1 плюс 2, получается 3. 1 плюс 2 уже было. Да. Ну что, давайте двойку прибавлять, чего? Так, вообще-то 256 вариантов не так много. Ну вот, то, что я говорил, что... Одна из лампочек не хочет, да? Одна из лампочек никак не хочет, наверное, она же у вас работала. Ну, она иногда... Там патроны плохие, ну, понятно, и они просто понятно. Иногда вылетают. Это не страшно, это видно, что это случайно. Так, господа, вообще-то все правильно. Давайте, давайте, я же ищу. Интересно, сколько раз производительность вот этого компьютера больше? Так, хорошо. 1 плюс 2. Господа, важно же не производительность. 16. Да, да, давайте, работай. Работает. Дальше 2 плюс 13. 2 это 2 плюс 11. Это правда. 2 плюс 10. Тоже правда. Так, дальше у нас 2 плюс 10. Нет, все понимают, что там две горящие лампочки, это фактически следующие горящие, да? Давайте, давайте дальше. 2 плюс 9. Да. 2 плюс 8. Работает. 2 плюс 7. Тоже работает. 2... Ты только что показал 6. Ну да, 2 плюс 6 работает. 2 плюс 5. Верно. Все знают, что существует способ выписать 16 чисел по порядку, чтобы каждые два соседних отличались только в одном разряде. Обход куба существует. Угу. Да. Отлично. А давайте мы сейчас все-таки сэкономим Яше работу, а? Нет. Почему нет? А вы там видите? Же сэкономится, там же мы когда там посчитали 1 плюс 2, можно же не считать 2 плюс 1.
нельзя, потому что это реализовано. Ну да. Ну да. На проводах. Так. Нет, нет. А там симметричная конструкция для этого. Господа, кто может быстро сказать, как обойти кубик? Надо еще написать числа в вершинах, имея в виду следующее, что горизонтальный ход – это единица, ход под 45 градусов – это двойка, а вертикальный ход – это четверка. Пиши 0, быстрее, 0, дальше здесь 4, да, здесь 5 будет, дальше здесь будет сколько у нас? 1. 1. Там будет 3. А потом 3. Опять сколько? Там будет 3. Дальше вверх пошел. 5 плюс. 3 плюс 4, это будет 7. Да. Сюда. Не понял систему? 4 плюс 2. 6. 4 плюс 2, это 6. 6. Плюс 7, и внизу там 2. Да? Так, отлично. Теперь, пожалуйста, нет, нет, вы еще самое главное не сделали. Теперь, пожалуйста, напишите просто строчку. Самую такую естественную. 0, 1, 3, 7, 5, 4, 6, 2, ну и, понятно, 0, да? Вот, замечательно. Нет, нет, секунду, теперь самое интересное. Надо понять, как же это будет выглядеть не для трехмерного куба, а для четырехмерного. Ну, соответственно, то будет... Смотрите, 0, надо 0, сначала 0, обойти... Давайте, наверху. Итак, сначала пишешь 0, 1... Надо, чтобы влезло. 0, 1, 3, 7, 5, 4, 6, 2... А теперь нужно сделать понятно что. Надо идти от двойки назад, но не забыв прибавить 8. И пробелы все-таки уставьте, потому что число 14, иначе совершенно будет плохо. 10. Да, 10. Молодец. Именно 10, да. 10, конечно, да. 10. 14. Отлично. 12. Дальше что? 13. Да. Отлично. Ну, слушайте, теперь у нас полное удовольствие. Теперь Максим садится, чтобы ему было видно. Контролирует Яшу. Яша, собственно говоря, будет не так много щелкать. Итак, с двойкой мы уже все проверили, да, или нет? С двойкой еще не все. С двойкой мы сейчас... Ну, да, не, давайте, с двойки мы достаточно проверили. Тройку наберите. Итак, в разряде А набрали тройку. Здесь пока нет. Нет, тройку, тройку. Она это лампа. А, лампочка не бастует, да? Ну вот, вся наша работа... А? В общем, вот эта темная лампочка считается работающей, да? Удивительный способ зажигать лампочки, нажимая на них пальцем. Так, теперь надо в разряде Б последовательно набирать. 0 вы уже набрали. 1, 3. Это суперкомпьютер. Это суперкомпьютер. Я же просто нажимаю на тело, которое должно гореть. Все, мы его разоблачили. 7. В разряде Б должна быть 7. Что? Я 3 еще не набрал. Так 3 набери. Набрал. Так, кстати, правильно? Правильно. Все видят, что правильно? Да. Ну, раз Яша говорит. Причем да. Яша говорит? Да, нет, да, да. Нет, пока. Да, действительно правильно. Правильно. Итак, 3, теперь 7 в разряде Б. Одну кнопочку переключи. 7. 7. Теперь 5. 4. 6, 2, 10, 14. Там 2 не сработало, там единицу показало.
Там четвертая вот это. А, это она совсем не вовремя начала чудить. Это все работает, что не так? Ну, все работает, конечно. 3, 2. А, значит, здесь у нас сейчас 3, 3, 2. Ребята, вы поняли цену всей этой науки? Все-таки в определенные моменты ему приходится заниматься поджигом лампочек, надавливанием на них. Хорошо. Так, 14, пожалуйста. 14. В разряде Б 14. Сначала 10, потом 14. Вот так, это 10. Ну, да. Вот эти три лампы только не работают нормально. Хочу это иногда. Раз, два, три. И это. Да. Из восьми ламп плохо работает 4. 10. Хорошо, да. 14 тоже есть. Да. 12. Есть. 13. Сейчас проверим. Стоп. 3 плюс 12? Там же все, там же 3 лампы, 4 лампочки должны были загореться. Сейчас 3 плюс 13. А когда 12, вот должны были... Да. Вы помните, как эта лампа устроена? Да, она вот требует персонального зажигания. А вы верьте. Конечно. Вы понимаете, что это же двоичный сумматор. Ему лучше знать, чем вам. Если он вам показывает, что 3 плюс 12 равно... Что она показывала? Значит, так оно и есть. Да, да, да. Так, работаем. 3 плюс 15. 15. Еще один зажечь. Нет, это Б. Вот так. И что, работает? Да, да, все. Работает. Даже 3 плюс 15 справилось. 3 плюс 11. 3 плюс 9. Ну, 3 плюс 11, она пошла. Нет, уже 5 вам нет. Они как-то все больше и больше не работают. Я думаю, просто расшатывать. А вы вас срок службы устроите? Гарантии. Три года назад, когда они работали. У меня такое ощущение, что они все светятся только. Итак, 3 года назад это работало хорошо, сейчас немножко расшаталось. Нормально. 3 плюс 9. 3 плюс 9. 3 плюс 8. Отлично. Теперь ставим четверку. Нет, четверку на верхнем. Она есть. Обратите внимание, вам только что показывали, что 0 плюс 0 равно 4. Понимаю. Итак, четверка, да? Итак, 4 плюс 0 мы видим. 4 плюс 1. 4 плюс 3. 4 плюс 7. 4 плюс 5. Плюс 4. Что работает? Работает. 6. Плюс 6. Александр, а вы действительно хотите 256 вариантов? А почему нет? Плюс 2. А можно сейчас? Плюс 10. Не верю. Сейчас плюс 2. Да, если честно, мне уже немножко надоело. Больше уже не смешно. 4 плюс 14. Нам скучно словить, что мы 5 разрядные. 14. Не можем. Ура. Я понимаю, я шучу. 5 разрядное в разряде равно. Так. Мне кажется, проще нанять раба первоклассника. Во-первых, Максим, нанять раба – это неправильный вопрос. Во-вторых, до чего мы сейчас дошли, господа? 4 плюс 14. 4 плюс 12. Нет. Это не то вы сделали. Это не... А, 12, извините. И не должна. Я уже все. Кстати, это важно. Когда он ее пытается заставить, а она не должна, она все равно не горит. То есть ее можно заставить только в том случае, если она должна. Хорошо, 4 плюс 13. 4 плюс 15. 4 плюс 15. 4 плюс 11. Работает. 4 плюс 9. 4 плюс 8.
Так, господа, а теперь, да, смотрите, у меня просьба. Давайте каждый из вас загадает два примера. А я еще их исполню. Потому что, если честно, ну правда, невозможно выставлять здесь 56 вариантов. Ну, можно, конечно, но... Мы уже близки к этому. Мы близки, да. Ну, идею, как можно все 256... 3. Господа. 0 плюс 0. Так, это ваш один пример. И ваш второй пример, Коля? А, мой еще второй. 1 плюс 0. 1 плюс 0. 15, 7. Так, 15. Сейчас взяли, что-нибудь не сработает. 15 плюс 7. Учился. Да. Действительно. Смотрим на последний разряд. Там две единички, значит, должен быть нолик. Произошел перенос. Там уже две цифры есть. Значит, произошел перенос. Произошел перенос уже. Нет, все правильно. И все. Нет, отлично. Так, 11-3. 11-3. Да. Да. Так, отлично. Максим, ваша версия. 1-0-0-1. Ребят, а вы думаете, что в современных компьютерах там внутри корпуса никто не ползает, не нажимает? Ползают, конечно. Фиксики. Да. Вообще-то мультфильм «Фиксики», а их тяжелый. В каждодневной работе. Что работает? Работает. Не верю. Это что за числа? 1-0-1. 1-0-0-1 и 1-0-1. Правдоподобно. Так. 9 плюс 11. Это якобы 20, то есть 16 плюс 4. Так. Давай все зажигаем. Не надо. Ты уже два примера сказал. Нет, я один сказал. А вообще, да. 15 плюс 15 – это 30, 30, да. Отлично. 1, 0, 1, 1. Есть. 1, 1, 1, 0. Вот. Так, смотрим. Все правильно. Ой, да, все правильно. Все правильно, все работает. Хорошо. Ну и что, и Ульяна, последний два удара. А, да, извини. 0, 1, 1, 0. 0. 1, 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Есть. Ну и как? Нет, не видно. Да, там одна лампочка. Да, это ты не должна быть, да, должен быть. Так, ну что, Коля свои два примера зацепил, теперь Ульяна, давайте. Шо? 0 плюс 1, 0 плюс 1. Так, сейчас. Сейчас не сработало. А, 0 плюс 1. Да, сработало. И 2 плюс 1. Мы уже проверяли. Мне интересно. Дайте что-нибудь другое назовите. Давай что-нибудь большое. 1-1-0-0. Правильно. Вообще-то это 12 плюс 7. Это 19. То есть 16 плюс 2 плюс 1. Спасибо.